Подробно расскажу вам про гранулированное удобрение для пересадки и рассады. Это комплексное удобрение, а значит, в одной грануле содержится множество компонентов. Это удобрение нужно применять для всех культур, которым нужно укорениться. Для томатов, баклажанов, огурцов, арбузов, тыкв, для петунии, для пионов, для астр, для георгин. Для всех, которым нужно укорениться.